Выставка у нас получила название «Безусловная реальность». Безусловная реальность, без в скобочках. И очень долго мы размышляли по поводу названия, потому что все знают, что Пермь – это город реальных пацанов. И поэтому нам очень важно было, чтобы у нас прозвучало слово «реальность». Реальность не как вот в передаче, да, популярных телеканалов, да, вот такие реальные пацаны живут в реальном городе. А реальность очень разная. Реальность, мы понимаем, что есть реальность, там, например, больших городов, и есть реальность маленькой провинции. Да. Реальность разная у всех, да, в сознании каждого своя реальность существует. Мы привезли произведение 9 художников, 9 современных художников, это очень разные художники, и те, кто работает только с инсталляцией, например, и те, кто работает со сложными там, технологичными сплавами, да, делает скульптуры из них, и живописцы. И помимо вот современных художников на выставке представлены работы исторические, работы 80-х и 90-х годов, художников наивного искусства и художников-аутсайдеров.